А с супругой своей вот первой не поддерживаете отношения, нет, да? Нет, Расстались? Нет. Хорошо. А поддерживаете ли вы отношения с родителями, с вашими? С родителями. Родители у меня, когда я переехал в Украину, они жили в Мурманской области, далеко. Ага. А потом они переехали на Черкасщину, в Черкасской области жили. Вот это уже 300 километров, тоже ближе. Угу. И когда они, ну, уже там стали в возрасте, вот, ну, относительно недавно, они сейчас живут под Киевом, очень близко. И от меня ехать, ну, минут 40 от моего дома до родителей. Я хотел бы вот такой установить режим раз в неделю, как минимум, видеться с родителями. Не всегда это удается, но мы созваниваемся, мы видимся с родителями. И я по молодости, вот тоже там я уехал во Францию, там космополитические такие у меня были взгляды, что надо оторваться от корней, надо вот себя построить. Вот. А сейчас, ну, не знаю, там такие доморощенные у меня там взгляды, что надо чтить родителей. Там, это вот, возрастное. Дома. Ну, наверное, да. Но по-умнее, вот родителей надо чтить, любить, холить, лелеять. И чем ты ближе будешь к родителям, тем, ну, как бы у тебя больше там какой-то, ну, не знаю, там. Анна Алексеевна и Юрий Павлович слушают вопли Видоплясова? Анна Алексеевна и Юрий Павлович вот после вот определенного там момента стали ярыми фанатами вообще всей музыки, хотя, ну, они, ну, рок-музыки они не слышали там до того, пока не услышали мою музыку. Так. Вот, другое воспитание. Но вот они абсолютные фанаты вот всего, что я делаю, они там отслеживают, покупают журналы, там у них там целая такая община вокруг них, там соседи приносят им там всякие там вырезки. Фан-клуб такой, да? Да-да-да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».